Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. Вернее, распаковка состоялась, что было продемонстрировано. Итак, у нас на повестке дня телевизор Philips 50 дюймов Pulse 8507 с имбилайтом, который называется Zaon. Уже несколько вариантов серии это прошло. Достаточно успешный телевизор. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Lady Shops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Lady Shops. Ну и вот что поставляется в данном варианте. Давайте посмотрим. Вот такой пульт поставляется с батарейками фирменными их. Здесь вот из металла выполнено. И здесь пластик. Единственное, пульт мельчают. Становится и переходит обратно в ИК-подключение. Плюс еще Bluetooth подключение из-за того, что здесь есть голосовое сопровождение. Горит-то только тут имбилайт. Все остальное не горит. Вот такой вот пульт. Есть черный аналог и есть вот такой вот серебристый аналог для того, чтобы пользоваться телевизором. Так, помимо пульта и батареек еще другие обязательства. И также поставляется, вот как вот здесь вот продемонстрировано, сам телевизор, ножки с кабелями, направляющими и удерживающими. Дальше краткая инструкция, 4 винта, чтобы ножки прикрепить, ничего сложного. Ну и сетевой кабель. Все, мы сейчас установили, давайте смотреть характеристики, что из себя представляет. Ну, принцип установки здесь продемонстрирован. Есть джойстик внизу и есть гарантийные обязательства, в том числе на русском языке, хотя тут безопасность еще какая-то есть. Так, ну вот основные характеристики можете посмотреть. Яркость, потребляемая мощность, размеры. Сделано в России, в Санкт-Петербурге произведен. И вот представлены характеристики. Ну, возможно, я их пущу отдельно. Так, вот что касаемо комплектации. А сейчас давайте приступать к телевизору. Давайте рассмотрим основные характеристики, которые нам продемонстрирует тест AIDA. Вот что у нас здесь продемонстрировано о производителе, также на какой платформе работает, ну и сколько памяти у нас присутствует и доступно как ОЗУ, так и флеш-память. Центральный процессор, отображение, то есть графика, сеть, так, сам Android 11, устройство. Температура, приложение и кодеки. Все основные кодеки присутствуют, в том числе и современные для просмотра высококачественного контента. Так, ну папки, системные файлы на программе. Давайте проверим тест скорости подключения к интернету по LAN-порту данного телевизора. Сама сеть может использоваться до 300 мегабит в секунду. Ну и как видим, до 100 мегабит в секунду установлено внутри карточек данного телевизора. Давайте рассмотрим тест скорости по Wi-Fi телевизора Philips 50 Pulse 8507. Ну и как видим по результатам, беспроводная сеть работает лучше, чем проводная. Непонятно, почему Philips до сих пор держится за подключение 100 мегабит, тем самым ограничивая возможности функциональные телевизора. Давайте проверим голосовой поиск. YouTube 4К. Ну и как видим, голосовой поиск у нас работает. Давайте рассмотрим меню.
Так, я вам продемонстрировал телевизор Philips 50 дюймов Pulse 8507 с Ambilight'ом для домашнего использования на Android 11, который позволяет осуществлять просмотр как телевизионных каналов, так и из интернета, стандартных кинотеатров типа Кинопоиск, Кион, Apple TV, Netflix и так далее. Ну, если данные интернет-кинотеатры не ушли с российского рынка, ну или по пространству. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о телевизоре Philips 50 дюймов Pulse 8507 предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.